С 1 марта снова подорожает электроэнергия. Это уже пятый этап повышения тарифов. Новые расценки для населения будут такими. Если ежемесячное потребление не превышает 100 кВт, то за каждый придется заплатить 90 копеек. Если же ваш счетчик накручивает более сотни кВт, тогда тариф почти гривня 70. По словам экспертов, 70% украинцев будут платить по максимуму. При этом электричество, скорее всего, продолжит дорожать. Ведь безубыточный для энергетиков тариф 2 гривни 32 копейки. Именно такую сумму назвали в профильной нацкомиссии.